Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress по акции «Выгода умножить на 3». Здесь три вещи: перчатки спортивные и две светодиодные ленты. Цветная и простая. Давайте откроем и проверим все это. Посылка дошла за неделю, даже быстрее предыдущего заказа. Упакована в простой полиэтиленовый пакет, как обычно. Внутри одна светодиодная лента, вторая и перчатки. Давайте начнем с перчаток. Перчатки вот в такой упаковке, под замком. Взял я, правда, самый маленький размер, М-ку. Но себе я тоже заказал сейчас XL. Подобные перчатки. Перчатки спортивные. Можно управлять телефоном. Короче, перчатки для сенсорных экранов. Ну, так они вроде тепленькие. Но мне, конечно, маловаты. Взял я, конечно, их не для себя, но себе я тоже взял, как я сказал. Отлично сидят. Даже мне ничего. Нет, мне, конечно, маловато. Нужно побольше. Так, проверяю на часах. Ну, как видите, на часах все работает. Все проверю на телефоне. Все, как видите, работает. Можно даже снимать. Слушается отлично. Так, а вот этим, вот только вот этими тремя пальцами можно, этим пальцем не пойдет. Эту перчатку проверяем, все работает, как вы видите, отлично все. Ну, этот тест они прошли. Ну, как видите, прошивка нормальная, нитки нигде не торчат. Ну, неплохие перчатки за 185 рублей, я вам скажу, по акции. Так-то они стоят дороже. Брал подобные перчатки я в прошлом году жене. Тоже для сенсорного экрана. Стоили они где-то рублей около 500. Смотрится красиво. Здесь такая противоскользящая поверхность для езды на велосипеде, для катания на лыжах. Ну, правда, не очень морозную погоду. Я, в принципе, перчатки не ношу. А такие перчатки я могу и в сильный мороз носить. Как видите, все работает. Так, еще вам показываю. Вот поближе. Смотрите, какая прошивка. Все аккуратненько. Снимаю перчатку. Внутри флисовая подкладка. Так, ничего, за 185 рублей вообще отлично. Ссылочку на акцию я вам оставлю в описании под видео. Сразу переходите на акцию и заказывайте нужный вам товар. В заказе должно быть от 3 до 10 предметов. Если хотите больше, то можно сделать и пару заказов, тройку заказов. Очень выгодно. Можно выбрать что-то нужное и полезное для себя, для дома. За такую-то цену вообще. Уже сделал несколько заказов. Кто не знает, как сделать покупку по акции, на моем канале есть видео в плейлисте «Покупки по акции выгода умножить на 3». Там же есть видео, как сделать покупку по акции выгода умножить на 3. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам. Пока.